Настя Каменских удивила детской прической автор 13.01.2020. Настя Каменских в минувшем году приняла участие во множестве проектов и в начале нынешнего года решила посвятить насыщенному отдыху. Вместе со своим супругом Алексеем Потапенко, Потап, звезда отправилась в Мексику и оттуда удивляет фанатов интересными кадрами. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стоит отметить, что Рождество влюбленные встречали за границей, и за период своего отпуска уже успели поделиться множеством ярких снимков. Настя предпочитает публиковать довольно провокационные кадры, которые одни восторгают, а других приводят в недоумение. К слову, многие подписчики певицы не понимают, зачем она публикует такие смелые фото, будучи в браке, ведь это может не понравиться Потапу. Судя по тому, что поток откровенных снимков не прекращается, супруг Насти все же ничего против них не имеет. В одной из последних публикаций Каменских решила сделать акцент не на своей роскошной фигуре, а на совершенно новом образе. Знаменитость продемонстрировала прическу, которая очень удивила многих ее фанатов. Настя заплела множество косичек и сопроводила фото хештегом «Viva Mexico». Увидев такое преображение, комментаторы разделились во мнениях. Те, которые остались недовольны новым снимком, отметили: «Ты, конечно, красивая, но тебе вот эти косички не идут, не очень мне. Не нравятся эти косички, просто ужас» и так далее. Впрочем, Насте оставили и немало комплиментов: «Настя, ты как Бенджамин Баттон, все моложе и моложе, крутышка, любимая, красивая. Такой необычный образ, клевые косички» и прочие. Как бы там ни было, стоит признать, что на отдыхе в жаркой стране такая прическа наверняка очень комфортна. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.